Хотела сегодня немножко поговорить о занартиках. Недавно мне написала девочка, что у нее не цветут ни рошмары, ни лары. Ну, в общем-то, вот хотела показать. В принципе, я ей написала, что нужно делать, что я делаю. Ну, вот хотела показать. Это сорт у нас. Сейчас, минуточку. Зембези. Рошмар зембези. Вот, посмотрите. Все, начинается цветение. Так, с этой стороны тоже начинается цветение. Дальше сорт у нас идет жасмин. Вот, пожалуйста, скоро будем цвести. Так, и здесь у нас рошмар колорадо. Вот, пожалуйста, начинаем зацветать. Все цветет. И вот красотка, хотела показать. Лара мандарин. Практически распустился полностью бутончик. Красавец. Мандарин. Совершенно другой. И по строению куста, и по цветению. С обычным лара мандарин. Это австралийский мандарин. Вот такой красивый. Шапочка. Вот, пожалуйста, зимнее время. Зима, январь. Вот шапочка большая. И цветок большой, огромный. Вот с моим ногтем. И вот еще один бутончик. Вот мои красотки. Все зацветает, все цветет.